Специалисты городского молодежного ресурсного центра провели информационно-разъяснительную встречу со студентами колледжа сферы обслуживания имени Даутова. Говорили о профилактике наркомании среди жителей города и молодежи. Задерживают таких вот заплатчиков, курьеров, да, кладменов, то есть распространение наркотиков. В формате лекции студентам напомнили о вреде употребления синтетических наркотиков и психотропных веществ, об их тяжелых последствиях для здоровья и жизни человека, а также предостерегли о поступающих предложениях работы доставщикам наркотических веществ. Борьба с наркоманией – это организация, которая требует усилий как государства, общественных организаций, так и отдельно каждой семьи в целом. Сегодня мы собрались на проведение лекции, довести нашим учащимся о том, как им нужно поступать, как нужно вести, какой должен быть образ жизни. Также мы сегодня подготовили брошюрки информационные, в которой будут написаны все определенные краткие моменты касательно самой борьбы, здорового образа жизни, а также контакт номеров телефонов, куда можно будет сообщить при том моменте, когда они либо где-нибудь выявят, либо увидят, либо услышат о распространении, употреблении наркотических и психотропных веществ. Студент Иван Кучнёк говорит, в Телеграм ему поступали предложения быть доставщиком наркотических веществ. Парень сообщил об этом в Управление по противодействию наркопреступности. Проблема наркотиков в Петропавловске и правда очень актуальна, к сожалению, и это очень прискорбно для нашего города, потому что большинство молодежи правда на это ведется в качестве легких денег. Ситуация с наркопреступностью в области продолжает оставаться актуальной и требует особого внимания. Сотрудниками департамента полиции с начала года было выявлено 223 уголовных правонарушения. Из незаконного оборота изъято 768 килограммов различных наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 138 человек. Активисты встречаются со студентами, а также раздают горожанам листовки на улицах. Важно охватывать как можно больше людей и предупреждать об опасности употребления наркотиков. Дмитрий Тимофеев, Шерния Асиманов, МТРК.